Приветствую вас. Сразу хотел бы сказать, что анализ сновидений — история довольно деликатная, и профессиональный анализ сновидений проводится исключительно при прямом диалоге с человеком, которому приснился сон, вот, потому что в противном случае мы рискуем, значит, скатиться в какие-то интерпретации, да, которые абсолютно никакого, ничего общего не имеют со сном человека. Вот. Это первое. Второе, что хотел бы, наверное, вам сказать, то, что совершенно очевидно, на мой взгляд, совершенно очевидно, что вы сейчас находитесь в таком состоянии, вы сейчас находитесь в такой, если угодно, позиции, что нечто простимулировало вас вспомнить о своем бывшем. То есть вы с ним уже расстались, с бывшим, давно. Вот. Но что-то сейчас вас, значит, навело, натолкнуло на эту идею, да, чтобы вспомнить о нем. Возможно, вы чувствуете себя брошенной, покинутой, возможно, вам хочется любви, вот. Возможно, вы просто переживаете тяжелый период своей жизни, ну, такой, не самый легкий период своей жизни, вам нужна поддержка, вы сомневаетесь, хотите, чтобы вас защитили, хотите, чтобы вас оберегли, оберегали, вот, и так далее. То есть это вот такой момент, ну, вполне может быть так же. Вот. Сон характеризует то, что вы молодого человека, своего бывшего, вы воспринимаете как кого-то, кого вы потеряли, и, по-видимому, не просто потеряли, да, по-видимому, отдали, можно сказать, отдали, ну, другой, дали другой женщине, вот. Ну, на что указывает, собственно, вот, ваш сон, что просили вас быть свидетельницей и так далее. То есть вы, по-видимому, себя как-то, корите, может быть, корите себя за то, что не смогли, например, удержать мужчину, да, и, возможно, был какой-то элемент соперничества. Вот. То есть, опять же, я не берусь утверждать здесь наверняка, да, потому что слишком мало информации, да, вот, мне бы не хотелось, конечно, делать каких-то поверхностных таких выводов, вот, но тем не менее, вот пока на данный момент
мне представляется ситуация такой. Вот. Ну а дым, который вы начинаете пускать, это ваша такая потребность в том, чтобы убежать от ситуации, вот, чтобы уйти от нее, от этой ситуации, вот, чтобы, ну, обезопасить себя, может быть, потому что вы чувствуете какую-то угрозу. Вот. А вот мне видится такая история, мне видится такой момент. Вот. И, наверное, на этом можно и закончить. То есть большего сказать, опираясь на вот на данные, которые вы предоставили, вводные данные, на мой взгляд, нельзя. Вот. То есть только вот такой аспект, только такой момент. Вам надо бы проанализировать сейчас свое состояние, да, то есть свои чувства, вот, что вы чувствуете, как вы чувствуете, в каком состоянии вы находитесь, что вы ощущали непосредственно в сновидении своем, что вы чувствовали непосредственно в своем сновидении, вот, чтобы лучше понимать, что конкретно с вами происходит. Соответственно, если в этом направлении вы готовы двигаться и работать, вот, то я полагаю, что вам нужно выбрать себе психолога и провести ряд индивидуальных консультаций для того, чтобы все моменты, ну, непонятные, например, вам разрешить. И тогда вам, опять же вам самой будет легче, проще и понятно. Вот. Ну и сон, вот, что важно, да, сон можно разобрать досконально именно только вот непосредственно в личной беседе. То есть не в таком формате. Вопрос-ответ. Вот. К сожалению. Вот на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго и удачи.